Бывший чемпион мира в среднем весе по версии IBF Давид Лемье вернется на ринг 15 декабря и сразится с Туриано Джонсоном в соглавном бою вечера, который возглавит поединок Рокки Филдинга против Сауля Альвареса. Давид намерен заявить о себе, чтобы в будущем сразиться с Канело за пояса WBA Super и WBC в среднем весе, которыми он владеет. Энергия и атмосфера на арене Madison Square Garden будоражит воображение, больше нигде я такого не чувствовал, тут, и сравнивать нечего, когда-то давно я дрался с Головкиным здесь, и с тех пор мы многое поменяли, с Джонсоном все будет по-другому и результат будет иным. Мы с командой уверены, что можем победить Канело, по этой причине мы так хотим с ним встретиться, разумеется, с финансовой точки зрения. Этот бой будет самым прибыльным. В общем, мы хотим драться с Альваресом. Но не только из-за денег, а потому что можем выиграть, сказал Давид Лемье. Напомним, Лемье называется в числе наиболее вероятных соперников Канело в следующем мае. В октябре 2015 года Лемье досрочно проиграл казахстанцу Геннадию Головкину. Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол поделился ожиданиями от боя с экс-чемпионом мира Жаном Паскалем. «Джо Смит вообще отказался драться со мной, было досадно, но затем мы договорились с Жаном, и я очень рад, что он принял бой, это мужественный поступок с его стороны. У нас уже были готовы даты и место, нужен был только соперник, Паскаль. Отличный вариант. Паскаль, взрывной, вспыльчивый, в своих лучших боях он спокойно боксировал, а потом проводил затяжную атаку, чем ломал соперников. Он физически крепкий. У него мощное телосложение, хорошие боковые удары, с большим размахом, это и хорошо. И плохо, с одной стороны, он раскрывается, а с другой, удар получается очень сильным, нокаутирующим. Как мне нужно с ним боксировать, примерно? Как Ковалев, держать его на дистанции, не вступать с ним в клинч, держать его на передней руке и расстреливать, сказал Бивол. Бой Бивол, Паскаль пройдет 24 ноября в Атлантик-Сити. Боец UFC Тони Фергюсон считает, что легко победит Конора Макгрегора. «Я считаю, что лучше всего выступаю против левшей, большинство своих досрочных побед я одержал над такими бойцами. Если бы я подрался с Конором в клетке или в ринге, то мой атлетизм и выносливость оказались бы для ирландца непреодолимыми, я легко сломал бы его за несколько раундов», — написал Фергюсон. Последние поединки бойцов прошли на UFC 229 в октябре, Конор досрочно проиграл Хабибу, а Фергюсон победил техническим нокаутом Энтони Петтиса.